Здравствуйте, дорогие зрители канала «Куплю интернет» и читатели сайта «Куплю интернет». В этом обзоре мы посмотрим док-станцию от Белкина для нашего любимого iPhone 5. Купленная она была на Амазоне где-то месяц назад. Коробочка радостного зеленого цвета, как практически все у Белкина, из практически качественной бумаги. И как только нам удастся ее вскрыть, это удалось. В комплекте идет кабель неотключаемый, USB-шный, довольно-таки качественного материала, в принципе, как все у Белкина. То есть на морозе эта штука трескаться не будет, если у вас дома, конечно, мороз. И, собственно говоря, сама док-станция туда ставится. Вес у нее очень хороший, тяжелый, то есть летать она не будет, если нее очень сильно резко дернуть. Ну, что она, понятно, делает для синхронизации айфона с компьютером, с макбуком или чем-то еще. И для зарядки, собственно, вашего устройства от сети в том числе. Спасибо за внимание.